Здарова, народ, с вами Енот, и сегодня у меня на обзоре американская труба от компании Vapology 101. Gorilla Mod. Погнали! Простуженный пятничный бар, не уверен ни в ком. Приходит мех в прямоугольной коробке, спереди которой просто написано «Горилла» и ничего более. Открывая коробку, можно увидеть саму гориллу, лежащую на бархатной подложке. Из добов только запасная пружина, которая лежит внутри трубы. Сам мех латунный, 25 мм, с небольшими изгибами для более удобного хвата. Существует в трех вариантах из коробки: латунный, латунный полированный и черный. По обе части корпуса красуется гравировка царапины, ближе к кнопке расположено отверстие для вывода газов. Сама кнопка по работе достаточно стандартная, она пружинная, и замыкание происходит благодаря прижиманию нажимной части к корпусу трубы. Пин по серебряной под шлицевую отвертку, имеет неплохую площадь контакта. Подстройка под высоту аккумулятора происходит за счет обратно-резьбового долеринового колечка. Резьба в цепи всего одна, и она на кнопке. Коннектор гибридный. Первый минус всему чуду я поставлю за неплотные резьбы на пине и коннекторе. То есть, когда я закручиваю пин в кнопку, я прям чувствую, как он шатается, так же, как и он шатается при накручивании атома на коннектор. Следующий минус от меня: данный мех получается за 25 мм. Все-таки поторопились. Я гоняю с Кеннеди на 24 мм. Да, смотрится неплохо, но все-таки есть определенный бортик, и это все-таки смущает. Тонковатые стенки. В связи с чем мод сильно, но не критично греется. А также внутри самого корпуса аккумулятор сильно болтается. То есть диаметр вот внутри посадочного места под аккумулятор слишком большое. В связи с чем аккумулятор там болтается. То есть вот так вот он, естественно, когда ты его зажал, не болтается. Но, блин, там... Давайте я вам лучше покажу. Ну и последний минус, чисто как от задолбавшегося человека, это подстройка под аккумулятор. Да, привыкнуть можно, да, я привык, но все-таки это геморройно. Ладно, плюсы, жарево. Это, конечно, не топовый компет, но при этом греет он достойно. На диаметре 3,5 мм он не пережигает вату, когда полностью выведен. Внешний вид. Это все, конечно, фломастер, но при этом мне реально нравится, как он выглядит. Сейчас он у меня, конечно, слегка запатиненный, но когда он выведен... Муа! Вот здесь вот будет фоточка. Секси. Эргономика. Благодаря всем этим изгибам он очень удобно лежит в руке и очень удобно нажимается кнопочка. То есть вот. То есть, не знаю, вот здесь как раз есть выемка и очень-очень удобно нажимается кнопочка. По итогу своей покупки я более чем доволен. Неплохая американская печка за неплохие деньги. К слову о цене, я свой брал за 6000 рублей. Хорошо жарит, хорошо выглядит, хорошо лежит в руке, хорошо стоит. Что еще нужно? Ну а на этом все. Не забывай подписываться на канал, ставить лайки, оставлять свои комментарии и вступать в паблик Вейп Бункер ВКонтакте. Пока!